Компания «Мир» поздравляет вас с праздником и просит вас сделать несколько пожеланий жителям нашей страны и Содружества. Я поздравляю всех с праздником Курбан-байрама и желаю всем мусульманам Азербайджана и не только Азербайджана, и других стран счастья, благополучия, мира и успехов в жизни. Праздник этот очень ценный для нас. Он для нас святой праздник. Праздник, который имеет многотысячную историю. И я рад, что наш народ сейчас этот праздник широко отмечает. И эти праздничные дни еще больше морально возвышается, одухотворяется. И все это способствует для сплочения нашего общества, для сплочения граждан нашей республики. Я всем желаю счастья, добра, всем независимо от вероисповедания, независимо от цвета кожи. Все люди на земле должны жить хорошо. И каждый должен жить так, как он хочет. И каждый должен пользоваться всем тем духовным богатством, которое имеет народ, и которое досталось ему от его предков. От наших предков нам достался такой святой праздник, как Курбан-байрам, и мы его с радостью отмечаем. Благодарю вас.